Всем здорово, ребят. Ну что, мы на русском сервере, и сегодня у нас роллинг. Давненько я уже на русском не роллил, коллекционера нет, ребята ждут. Но у нас есть помидорка, злая помидорка, и мы сегодня будем на ней тащить. Это аккаунт моего подписчика Матвея. Захотел он сегодня не под коллекционер, я думаю, где-то на днях он будет. Но хозяин барин. В общем, поехали. Русский сервер, гильдия Steel Souls, кидайте заявочки, вступайте. Первые места битва гильдия Атака Фортов, прием через группу ВК, Lab, на экране есть номерок, глухие заявки, игнор, ПГ обязательно. В общем, вот так вот. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали посмотрим на аккаунт. Ну, аккаунт, судя по всему, как вы видите, немножко донатный, да. До Минотавра он, понятно, не дошел. Есть Огник. Сейчас посмотрим, что у него вообще по героям здесь творится. Так, нету Фобы, нету Мэри, нету Зефира, нету Королевы, Командоры, Лолянта, Лис, Оккультист, Свали, Барт, Кладного, Скитальца. Ну, в общем, с таких героев это Скиталец раз, Кладный два, ну его и так он соберет, Свали три, Оккультист 4, Командорка 5, Королевос 6 и Фобос 7. Ну, в принципе, герои довольно-таки у него неплохие для игры. Потом посмотрим алтарь. 7 героев, можно и без них, в принципе, играть. Так, сегодня у нас ничего на русском нету. Один на трату. Стулочка. Чарующая сфера. В общем, ничего такого нет. Окей. Ну что, поехали. Будем испытывать удачу на русском сервере. Леди Лео. Блин, так непривычно видеть бочку. Бочка теперь это бочка, а не налетчик. Так, студеный, студеный. Посмотрите, как студеные реально падают. Хорошо. Вот так вот, пожалуйста. Вуаля, ну что, поздравляю. Один из таких героев хороших у тебя уже есть. Просто изи, мы вытащили командорку для подземок. Кстати, что у него по подземкам делается. Ну, дошел до восьмых, но восьмые, в принципе, как вариант, она может помочь, если ее, конечно, правильно собрать. Ну, это хорошо. Еще один недостающий герой есть. Поехали его сразу же вкроем. Помидорка будет теперь в шоколаде. Так, окей. Поехали дальше. Добьем до 10к. Космо просто прилетает. Нифига себе. Космище. Ну, я не знаю. На русском сервере бывают реально чудеса. Но этот космо здесь нафиг не нужен. Но зато он нам упал. Рыцарь. Дракос. Опять бочка. Блин, ну такое ощущение, что они теперь эту бочку будут пихать везде. Поехали, урайт. Поехали на следующий заход. Сразу же падает нам Гаргул. Неплохо. Ара. Королева Гарпий. Рандомчик, давай. Надо Фобушка, надо Оккультист. Они, блин, пихают одни бочки. Хранитель. Заклинательница. Дед Мороз, Капитан Дрейк. Еще один космо, блядь. Да вы что, издеваетесь, что ли? Что это за фигня? Что это за фигня, блин? Одни космо. Вот. Они здесь нафиг не нужны, они просто тупо сыпят. Просто капец какой, реально.
Так, ну давайте. Есть. Ну что, поехали на следующий заходик. Два космо уже на аккаунте есть. Имка укротитель. Посмотрите, как после ниндзя черепи опять бочка. Это просто капитан Рогатка. Просто писец какой-то. Гаргул. Капитан Дрейк. В этот раз хорошо пошло. Валентина. Триант. Блин, капец. Бог грома. Раз, два. Призрачный всадник. Ну идем опять в рейд, что делать. Да уж. Ну, если бы ролили под коллекционер, я думаю, слизни мы бы собрали. Реально собрали бы, но решил он так поролить. Так, надо в этот раз слиться в рейдах. Найти хорошего противника с Зефиром. Интересно, что там за герои такие, что они так не проседают? Реально не проседают. Эвы силе сложновато, как видите, встретить еще зефиров полно. Это на английском сервере. Нет, вот есть одного, хоть одного встретили. Насколько я вижу, с выживанием, судя по всему. Ну посмотрите, Огник держится еще. Даже очень ничего держится против 30-го Зефира, 30-го Огника. Нехило так. Сборка реально очень крутая у него. Сейчас посмотрим. За ролями посмотрим. Тан-тан-тан-тан. Блин, ну два космика, ну это просто издевательство какое-то. Так, Феникса ушатали. Осталось нам Огники этот. Иронин. Сейчас посмотрим, какие у них сборки, что они так не проседают. Заклинательница. Ну, рандомчик, давай. Прея. Вариант. Уху! Это просто... Я просто не знаю. Я просто в шоке с этого, что здесь происходит на этом аккаунте. Но помидорка просто какая-то, ну, не знаю, заколдованная, то ли что. Третий космо, ребят. Третий космо, блин. Просто писец. Это нереально жестко. Это офигеть. Так, смотрим, что у него тут с героями. Нифига себе, это такой у нас Огник жел? Ну ладно, с СО плюс Огненка, они живучие. А что по снаряге? Обряд лечения плюс уклонение. Но, блин, конечно, я удивлен, что он с расколом у него так
Жил нормально. Ронин, понятно. Ворожей. Ну, Огненка, наверное, старые таланты. Огненка на сегодня получше будет, но результат, как видите, налицо. Старенькие герои. Да, старые прокачки, видимо. Блин, ну капец, короче. Реально жестко. Ну что, поздравляю. Одного недостающего героя мы вытащили. И целых три космика. Я говорил, что лучше подождать коллекционера, хоть бы какие-то плюхи получили. Ну, это роллинг, это русский сервер и рандомчик. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.